доброго здоровья. Вот я вам рассказывал про свой сон на Пасху. Оказывается, 30 апреля, ночь с 30 на 1 апреля, это Вальпургиева ночь. То есть это один из особых дней, когда активизируются силы тонких миров. Тонкие миры у нас разные. И вот кто понимает, знает, вот я, если конкретно меня, я просто почувствовал его. И о чем я писал сон, так сказать, несколько не понимая, что там произошло вот вначале. Далее, вот пришла информация, что, кажется, есть такая ночь, особая ночь. Можно так сказать, когда тонкий мир встречается с нашим миром. И, можно так сказать, имеются порталы, через которые идет обмен. Я его почувствовал. Почувствовали ли вы его? Вот в чем вопрос. Ну, почувствовать это ладно. Это уже хорошо. Но есть и другие люди, которые не просто чувствуют, а знают, понимают и ждут этих особых дней, когда открываются порталы между тем и этим миром. И можно, вот как бы сказать, мы все говорим, разумный человек, разумный человек, разумный человек. А в чем разумность? А вот разумность заключается, одна из разумностей заключается в том, чтобы использовать такую возможность в каких-то своих корыстных целях, скажем так. Смотрите, сколько денежный ритуал, 5 желаний, как избавиться от неудачи, отведи беду, зло и порчу, за порог и 5-е, 10-е. То есть все это, оказывается, можно сделать. Вот у некоторых людей какая-то пошла незадача по жизни, и ничего не сделает там. Вроде и старается, вроде и человек нормальный, трудолюбивый, и даже, но работает не в том направлении, несколько не в том направлении. И вот такие сны, как я писал, с одной стороны, конечно, они кажутся там странными, непонятными. И вообще, большинство снов для нас, особенно таких ярких, кажутся для нас непонятными, неясными, потому что мы не владеем этой наукой. Наукой биоритмологии, наукой, когда открываются порталы, наукой умения создавать и мотивировать, и осуществлять свои желания. Забыто все то, что надо знать. Вот что я хотел бы сказать, чтобы закруглить вот эту тему. А то сон приснился, к чему, что, как и почему, неясно. А вот в связи с вот этим вот Вальпугиевой ночью многое становится ясно, многие становятся ясно. И вот изучение вот этой науки, я вот сейчас вот закончу вот эти еще 2 томчика, и более плотно приступим к ее изучению. Я как-то уже продолжил заниматься заговор-народное достояние, то есть что нам оставили предки. Ну, все как-то, знаете, вот одно слово такое, спахерили и все. И живем вот в этом болоте, квакаем там, зарылись в эти интернеты, смотрим тиктоки. И как я написал, сиськи, попы, моксы там, кошки и так далее, и все, вау. Все заслонило то истинное, то ценное, на чем и жиздится жизнь человека. Целый мир открыт для нас. То есть супер квадро ультра бест интернет, целая вселенная является. А мы сузились до вот такой вот и смотрим, и что, и что, и как. Неинтересно, понимаете, неинтересно. Лично мне, может, вам и интересно. Вы знаете, вот куда-то потратить свое время, когда человек не знает, на что ему потратить свою жизнь. Он вот и начинает вот это вот на какие-то там сомнительные интересы, которые ничего не приносят. Они только за счет того, что человек обращает на них внимание, отсасывает его жизненную энергию, ничего ценного не принося. А можно же больше. Можно гораздо больше. Вся Вселенная открыта, вся Вселенная. А мы это не используем. Поэтому мне хочется еще поучиться на старости лет, поучиться. Как
вот с этим еще взаимодействовать. Насколько мне это удастся? Все мы ученики, раз мы здесь находимся, мы все ученики. Учимся жизни. И важно отобрать, чему надо учиться, а на что внимание не обращать.